Привет всем любителям BioShock Infinite! Итак, сейчас мы находимся на фабрике, и я надеюсь, мы наконец-то расправимся с Витрой и Финком. Ловите. Ох, вот это батл. О! Так, все. Начинили мы их тела свинцом. Эй, ты рогатый. Стреляй поаккуратнее. Прямо маскарад какой-то. Так, ладно. Идемте-ка дальше. Эйзи сказала, что пришла за Финком. Поднимемся на лифте. Так, нет, такое меня не очень кабинет интересует. Кабинет Финка наверняка там. Так, что, больше тут ничего интересного нету? Ладно, идемте-ка в лифт. Так, немножко подкрепились. Так, где там пуш? О, есть. Элизабет, что с тобой? Ты себя плохо чувствуешь? Может тебя согреть? Ты замерзла? Да, у них глаза прямо остекленевшие. Ладно, давайте-ка посмотрим, что у нас за окошком. О, Соля. О, кто-то уже даже внизу разбил одну бутылочку. Да, 1912 год, а как у них тут все отлично механизировано. Да, в игре все-таки явно попахивает стимпанком. Они просто созданы друг для друга, да? Кто? Фицрой Комсток. О, мои самые нелюбимые роботы. Терпеть их не могу. Мэйлин? Мистер Лин? Боже, я... У меня в голове был один Париж. Я не думала, что... Ты не могла знать, что так будет. Я тоже приложила руку к этой катастрофе. Если ты хочешь притворяться, что мы не виноваты, дело твое, но... Ну, как она злится. Сразу руки в бока ставят. Да, хорошо сделали. Алло, царь слушает. Алло, Финк? Я видела, как ты умер, Букер. Видела. Фицрой... Слушай, я достал оружие. Давай корабль. Мой Букер Дэвид умер за глаз народа. Ты либо самозванец, либо призрак. Мой Букер Дэвид пал как герой и остался в памяти народной. А ты, только все усложняешь. Вот же уроды. Вот так людям помогаешь, они тебя кидают. Так, ну ладно, раз глаз народа теперь против меня, ну значит надо их уничтожать. Что вы теперь скажете, а, урода? Понравилось вам воевать против Букера Дэвида? Еще раз хорошо подумайте. Вроде. Нашла деньги. Вот, держи. Во, то, что надо. О, тут какой-то новый энергетик. Ладно, сейчас мы его тоже возьмем. О, денежки. О, да тут даже на хорошее улучшение хватит. Так, давайте-ка еще посмотрим, что в других комнатах. Еще одно чудо. Хотя я пока не нашел им применения. Этот способ слить воедино человека и машину, создав нечто больше. О, плюс к шок-жакею. Отлично. Покупаю. Так. Чем просто сумма частей. Процесс, и у нас всего лишь 3 сотни баксов. Возможно, мало. Возможно, Комстоку эта технология пригодится для той башни.
которую он возводит. О, теперь я буду превращаться в осьминога. Ох, что с человеком творят тяжелые наркотики, а? Вот это астрал. А ну, что я теперь умею? Нажмите, чтобы отшвырнуть врагов. Зажмите, чтобы схватить врагов. Отпустите, чтобы отправить их в полет. Да, кажется, я теперь знаю, что я буду делать этой штуковиной. Буду скидывать с дирижаблей противников. Они идут. Так, картечница. Ладно, я картечницу пока брать не буду. О, финка убили. Да, Фицрой тут прямо как вас, Старкрай 3. Вот же сучка, а. Так. Ладно, прокатимся по аэротрассе. О, тут есть платформа. Так, тут мы спрыгнем. Так, судя по всему, дирижабль летит сюда. Сейчас мы попробуем их скинуть с помощью нового энергетика. Так, сила эта до них пока не достает. Так. Так, кто это в меня стреляет? Нужно? Вот, спасибо. Так. Постараюсь найти еще. Так, я не понимаю, кто в меня стреляет. Говнюки. Кто там такой умный, а? Так, кто-то постоянно что-то говорит, но я пока никого не вижу. Так, а где враги? Так, ну я готов. Почему никто не нападает? Пошел отсюда. Да, что-то они у меня так прямо перед носом спрыгивают, это мне не нравится. Так, о, свежее мясо. Так, еще кто-то едет. Ах, прямо в яблочко, так, и следующий. Ах, отлично, мы его зарядили. Так, я вижу, там вдалеке еще какие-то уроды прыгают. Так, механик это плохо, это мне не нравится. Так, о! Сейчас мы купим аптечку, я надеюсь.
Так, нам будет немного легче воевать. Так, давайте-ка, наверное, еще купим боеприпасов для автомата. Все-таки с механиком тяжело будет воевать. Но я надеюсь, у нас получится. Блин, этот механик гад. Какой народ? Что вы тут все трындите? Так. Так, чтобы убить механика, нам надо стрелять ему в сердце. Так, вот у него сердце. Да, попадать в сердце довольно-таки сложно. Так, спасибо, Элизабет. Тут вот, а? Так, надо быстренько отсюда убежать. Ох, за мной какая-то нехилая погоня все-таки. Так, еще купим одну аптечку и немножко соли. Иначе нам не выжить. Блин, как он тут быстро оказался, все-таки. Блин, я в темноте ничего не вижу, ай-яй-яй. Так, Букер, давай, бежи, давай. Есть. Так, еще купим аптечку. И немного патронов еще. Так, я надеюсь, мы его сейчас вырубим. Так, все, денег у нас, в принципе, почти нету. А-а-а! Есть, уничтожили этого козла. Так, да кто ж меня стреляет-то, а? Так, это мне вообще не нравится, я вам скажу. Так, давайте-ка возьмем карабин. Фицрой. Она же бьет ребенка. Букер, мы должны что-то сделать. Мы должны действовать. Надо попасть туда. Давай, Букер, надо торопиться. Помоги мне залезть. Так, так, стоп, где у нас тут взаимодействие? О, наконец. Подсадите Элизабет. Иди к окну и отвлеки Дейзи. Иди. Интересно, что сейчас сделает Элизабет. Так, давайте-ка и покажем средний палец. Ну или язык. Ну что, к этому ты стремилась, Дейзи? Зачем ребенка убивать? Мы должны это сделать. Основатели живучи, как сорняки. Сегодня срежешь, завтра вырастут. Если хочешь избавиться от сорняков, то ребенок это у нее сорняк. С корнем, только так. Фанатичная сучка. Ах, Элизабет, мощно. Еще и ножницами ее прикончила. Вот это да. Элизабет, ты меня поражаешь. Полегче. Ох. Так, ладно, давайте-ка заберем то, что осталось от механика. Мы ведь так это и не забрали. Так,
Магазинная винтовка мне все-таки как-то больше по душе. Так, о, экстракт. Так, повысим-ка соли. Так, все, ладно, давайте-ка догоним Элизабет. О! Да что доктор прописал? Так, ладно, давайте-ка положим курс. Ох, ничего себе, вот это изменение. Так, Элизабет укоротила себе волосы, теперь у нее стрижка что-то вроде каре. А чё, тебе идет? Как это сделать? Как сделать что? Забыть. Как ты смываешь себя все, что натворил? Время лечит. Никак. Я научился с этим жить. Но Букер смывал... Итак, настал момент истины. ...всю свою тяжесть с души с помощью алкоголя. Мы-то знаем. Так, что, опять соловей сейчас прилетит? Нет, 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 нет! О, чёрт! Скорей! Надо как-то разогнать это корыто. Должен же быть, ну, не знаю, какой-нибудь ускоритель или что-нибудь еще. Ну, а ты знаешь, как он выглядит? Я не знаю! И как мы его найдем? Элизабет! Да, не детский расколбас. Нет, не она. Она самая. Нет. Да. Нет. Да. Подумай. Ладно. Держись. Прошу.